Мой дружок-пирожок, тебе хочется покупать самые дорогие тачки, скупать недвижимость не думая о цене, играть только в свое удовольствие. Избавь себя от унылого фарма. Заходи в мою группу по прокачке. Обеспечим валютой, уровнем, или полной прокачкой персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на все консоли, включая новую плойку и карабокс. Ссылочка на группу в описании под видео, переходи и заказывай. Всем привет, мои дружочки-пирожочки, перед вами новенький маслкар, Ruiner ZZ8. Похоже, это бричка на Pontiac Firebird 4-го поколения. Это был период 90-х, когда были доступны уже почти все существующие наркотики. Поэтому и автомобили получались вот такими. Сразу скажу, что внешка этой брички мне не нравится. Собственно, как и реальный автомобиль. Возможно, потому что он мне приелся, ибо этот шлак частенько попадался в жвачках. Ну, помните, были жвачки с картинками автомобилей? Также наклейки были, постеры. И везде вот либо это, либо Camaro 90-х. Да ладно, это все пиздеж. Увидел бы я такую в реале, обязательно бы рассмотрел. Но именно моделька в Rockstar мне не зашла. Да, когда она стоит вот так и переливается всеми красками, довольно так и неплохо. Но когда едешь и даже рассматриваешь ее со сторон без всяких там изменений графики, выглядит немного печально, особенно угловатости задних фонарей. Если бы они плавно переходили в черную накладку на багажнике, автомобиль выглядел бы более нормальным и даже, возможно, атмосферным. А так это ни туда и ни сюда. Выглядит как дешевая маленькая пластмассовая копия, которую отштамповали абы как и приклеили ей фары, стекла и всю остальную хуйню. В общем, перейдем к тюнингу. Тут все отлично. Автомобильчик можно изменить как следует. Навесить всякой срани вперед и взад. Заколхозить глушители. В общем, сделать из этой брички такой передвижной сарай наркобарыги. Можно также попытаться сделать из этой брички корвет 90-х, убрав ноздри. А вообще, бричка с плоским капотом похожа на какой-то уебищный шведский автомобиль. Так что лучше оставить как есть. И не трогать вообще. А вот раскрасочки тут интересные. Жаль, что их красить нельзя. А то черный цвет автомобиля, золотистые полосы и силуэты. Ну да, что-то я не о том автомобиле говорю. Это бричка для кислотных студентиков, но никак не для брутальных мужиков в кожанках. Хотя если они ебутся в жопу, то этот автомобиль идеально подойдет и для таких. В общем, как бы я не тюнинговал эту бричку, становилось только хуже. Взять ту же крышу. Ну, прозрачная ведь самое годное получается. То же самое касается спойлеров. Самый первый, без покраски, идеально сюда вписывается. Но он, естественно, не дает никакого сцепления. Ёбаный Rockstar. Ну, берите к хуям вообще спойлер. Кому надо, тот навесит. А то частенько бывает, что бричка уже со спойлером, причем красивым, но никакого преимущества он не дает. Ладно, хуй с ней, с этой бричкой. Вроде телега готова для тестов. Приступаем. Так как это маслкар, можно было бы рассчитывать на хорошую максималку, отличное управление и вообще поведение спорткара. Обосрался. А? Думал, синий кран смерти. Ладно, с максималкой тут не все идеально, но как по мне, вполне себе неплохо. 184 км в час в реале GTA достаточно нормальная максималка. Так что в говне мы пока по щиколотку. А вот на драк у меня большие ставки. Но зная, что это за бричка, я ничего ставить не буду. Перед нами маслкар. А значит, и разгончик тут должен быть моментальным. И так оно и есть. Если правильно стартануть с вилли. Но так как Rockstar сделали это коряво, и стартовать на задних колесах так можно только без тюнинга начинки автомобиля. Будем смотреть на неудавшийся зацеп, который заставляет нас погружаться в пучину дерьма по самые колени. Обидно, да? Но такова жизнь. На 1/4 Ruiner смог взять только 13-ю позицию, а на 1/2 бричка пыталась попасть в топ-10 маслкаров. Но максималка тут тоже не ахти.
Так что по итогу это только 12-я позиция, и мы яйцами уже ощущаем содержимое выгребной ямы. Ох, бля, как бы под конец не захлебнуться. Немного американско-армянского тюнинга, и бричка уже похожа на обгоревший член. Видели когда-нибудь обгоревший член? Я лично нет. Но вот он перед вами занимает 5-ю позицию на сложной кольцевой. Почему так? Представим, что все маслкары – женщины. Неудобно, но наглядно. Так вот, Buffalo STX, ASP, GTX и ZZ8 – это бабы с яйцами. Ничего общего с другими маслкарами у них нет. И естественно, они будут лидерами. Такова участь Фимок и всех тех, кто топит за вот эту вот хуйню. Из обсуждения, которые мне могут просто снести канал, ибо потому что могут, умеют, и что самое страшное, практикуют. Ну ладно, я отвлекся. Кстати, доминатор GTT пытается отстаивать лидерство среди настоящих маслкаров. Респект таким маслкарам. А Руинер ZZ8 – это легкий в понимании автомобиль. Точно не маслкар. Управление тут служит заглушкой к срыву сцепления. То есть управление, если честно, так себе. Немного туповато, но из-за этой топорности новенький Руинер не уходит в занос, разгончик тут не чувствуется, но тандем управления и сцепления дают надежность, естественно, бричку разболтать можно, как и Кригер, к примеру. Но тем не менее на сложной кольцевой было достаточно легко, хоть и не ощущалось какой-то динамики. И вы посмотрите, говно ушло, но запашок остался. Когда я проехал Gran Turismo и увидел результат, а там он, кстати, довольно-таки неплохой, но далек от идеала. У меня возник вопрос, а зачем роки делают новые маслкары достаточно скучными? Вот взять новенький Buffalo, но по всем показателям это спорткар, но его запихнули все-таки в раздел маслкаров. Результаты там просто пиздец. Естественно, каждый додик будет брать именно такую тачку на гонке. А кто будет брать Руинер? По сути, он схож с доминатором ASP, который на втором месте. И цена у них плюс-минус одинаковая, лям 320 за новенький Руинер. Дешево, кстати. Но можно же было подшаманить с характеристиками, чтобы они ехали плюс-минус одинаково. Но нет. Сделали как сделали. Очередной одноразовый высер, который вот катается тут, и не вызывает у меня никаких эмоций. Да, очередная новая бричка, которая некоторым будет интересна чисто из-за внешки, но что касаемо технических характеристик, тут все довольно скучно, хоть и достаточно грамотно. То есть и ускорение, и сцепление, и управление тут неплохо отрабатывают. И по большой части вот это вот нытье, притянутое за уши, просто-напросто выгорание, меня кормят этим одноразовым пресным хлебцом. И что я должен про него сказать? Когда я только недавно ел такой же пресный хлебец. То, что тут крыша прозрачная, или то, что тут задние фонари в сеточку. А может, про ноздри, которые, может, некоторых и цепляют. Или то, что бричка похожа на кусок старого мыла. Хуй знает, дружочки-пирожочки. Есть в этом обновлении тачки, которые вызывают эмоции. И они еще будут на обзоре. А тут, извините, пойду помою ноги. Всем ББ, всем ГГ.